Здравствуйте, это канал Максимадзе и Христос воскрес, сказал бы я, если бы я этот ролик снял и выпустил вчера, когда Пасха была, но, к сожалению, вчера у меня не было времени снять это видео, и, к сожалению, поэтому я выпускаю его только сегодня. Ну, не ждать же следующей Пасхи, поэтому играем в Angry Birds Seasons, пасхальный эпизод называется Esther X. Один из самых старых эпизодов, и, собственно, чем этот эпизод уникален? Здесь уровней всего 18 штук, и здесь целых 10 золотых яиц, это больше всего яиц за весь эпизод, больше ни в одном эпизоде нет. Ну, собственно, первый уровень не содержит золотого яйца, о, мы его так быстро прошли. И, в принципе, сам эпизод довольно-таки несложный, мы его пройдем, я думаю, довольно быстро. Так, вот второй уровень. На нем вот эта вот полоса какая-то странная немного. Короче, на нем сразу же яйцо находится вот в этой первой троинке. Сейчас, еще раз. Отлично, вот мы добыли первое яйцо. Этот эпизод, кстати, был в Angry Birds Chrome, мы его там проходили, но он там имел некоторые отличия. Бонусные уровни от Facebook там не являлись бонусными, они там были основными. То есть там было 18 уровней вместо 15. И там вместо золотых яиц там было... бонусный уровень в виде пасхальных яиц с заячьими ушами. И там были свои собственные бонусные уровни, которых не было в Angry Birds Seasons. И они, кстати, довольно-таки прикольные там были. Мне очень понравились. Так. Здесь как нам надо действовать? Надо бомбу закинуть вон туда. Не очень удачно я это сейчас сделал, но все равно результат какой-то есть. И сейчас мы добьем того. Вот и все. Иногда я этот уровень бывает подолгу прохожу, но сейчас с первого раза все получилось. Этот уровень также содержит яйцо, оно также находится в первой травинке. К сожалению, он попал мимо. Надо, чтобы он четко скатился туда. Так, ну и теперь проходим уровень сам. Все разрушаем. Камушки эти нам сильно не помешают. Немножко не получилось. О, отлично. Слава богу, не нажал начать заново. Итак. На этом уровне золотых яиц вроде бы не содержится. Да, не содержится. А вот на следующем содержится. Сейчас еще раз попробуем. Ой.
О, хорошо, отлично. Так, следующее золотое яйцо вы видите сейчас сами. Оно находится здесь, надо до него долететь только. Чуть-чуть мимо. Ну ничего, сейчас попадем. Хорошо. На этом уровне яйцо содержится в кирпичах. Нет, не совсем в кирпичах. Нужно разбить вот эту травинку. Я промахнулся, опять не попал. Вот оно. Я думаю, сначала туда надо куда-то. Здесь уже посложнее чуть-чуть пошло. Хотя у нас все равно получилось. Отлично, отлично. Все прям по маслу пойдет. Следующее яйцо находится в динамите. Короче говоря, Эстер Экс, я считаю, один из самых лучших эпизодов Angry Birds Seasons. И я думаю, многие согласятся со мной. Все-таки это один из эпизодов, которые классики считаются в Angry Birds Seasons. В отличие, по сравнению с более новыми эпизодами. Они, конечно, тоже интересные, но... Старая часто бывает лучше, чем новая. Здесь есть динамит, взрывая который, появляется золотое яйцо там. И мы просто рушим на них все вот эти конструкции. А можно было и не запускать его, наверное. Здесь что нужно сделать? Здесь нам нужно попасть в эту травинку, которая вот тут находится. После этого яйцо само упадет к нам. В
Впрочем, в более ранних версиях оно висело, и нам нужно было его сбить. А тут просто из-за изменения физики оно не просчитано, оно само тут падает. Уже. Вот эти изменения физики, конечно, не сильно радуют. Но что сделать? Так, еще раз. Подвисло. Хорошо. Это у нас 10-й был эпизод. Сейчас уже 11-й. 11-й золотых яиц вроде бы не содержит. Да, не содержит. О, извините. Бывает такое. Что будешь делать? Хорош. Так, что нужно здесь сделать? Здесь надо разбить тот пончик, который висит вот здесь. Правда, я до него не долетел, надо еще раз. И нужно подбить яйцо в воздухе. Постараться. Промахнулся. Отлично. Так, начинаем заново и проходим уровень. Тут, думаю, в динамит попасть лучше. Хотя нет, от динамита толку не так много, к сожалению, было. Еще раз. Здесь у нас. Это у нас какой? 13-й?
Уровень 13. 13 не содержит бонус этих золотых яиц. Стоял, блин. Этот уровень также не содержит золотых яиц. Мы его прошли очень быстро. Так, финальный уровень, ну из основных еще три бонусных там, от Фейсбука. Здесь нам нужно разбить вот эту травинку, затем разбить вот этот кругляшок деревянный и поймать яйцо в воздухе. Постараться. Рановато запустил. Опять рановато запустил. Еще раз делаем это дело. Промазал. Мимо. Здесь немножко посложнее, чем в 12-м, блин, уровне. Здесь место просто не очень удобное. Хорош. Отлично. Прошли этот эпизод. Но это еще не все. У нас есть еще уровни от Facebook. И первый из них содержит золотое яйцо. Нужно разбить вон тот лист, который находится там сзади. Тогда сломается вот этот блок, и мы получим яйцо. Так. Вот так лучше запускать как-нибудь.
Окей, неплохой удар. Хорошо. Так, второй уровень. Ой, что я сделал-то? Попасть как-то четко здесь не надо. Так, ладно, что-то тут сложно немного стало. Сделаем вот так. Отлично. Так, ну и последний уровень. Кстати, вот. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня есть влоговый канал, который просто называется Максим Артемов. На нем вы можете найти некоторые простые съемки из моей жизни, которые я делал без монтажа и все такое. Просто съемки с мобильного телефона. Также на этом канале можно найти некоторый эксклюзивный контент с канала Максимадзе и некоторые вырезки с интересными моментами тоже с канала Максимадзе. Так что переходи и подписывайтесь, ссылка в описании. У нас тут произошел большой казус. Микрофон я случайно уронил, и он из-за этого отключился. А я этого не заметил, и в итоге записал остальную часть видео без микрофона, и прошел этот уровень, прошел все яйца. Я дико за это извиняюсь, это было очень очень прям печально. Но, что делать, не снимать же из-за этого... Не отменять же из-за этого видео. Перезапишу вот этот момент, который не записался корректно. И, собственно говоря, перепройдем этот уровень, перепройдем все яйца. Это прям вообще очень обидно было. Как бы стрельнуть правильно. Я уже забыл, как проходить уровень. Да, вот. Все яйца уже пройдены. К сожалению, я без микрофона все записал тогда. Ну-ка я проверю, у меня громкость правильно стоит? Да, все правильно. Так, ну я начинал с этого уровня, так что давайте с него и начнем. Собственно говоря, как бы тут правильно действовать надо. Этот уровень самым сложным был. В
во все разы, когда я подходил этот эпизод. Да, ну король свиней самый прочный из свиней, поэтому не вышло сейчас. Ну, собственно, рекорд вот такой был. Так, дальше. Вот этот уровень у нас. Собственно, здесь у нас нужно взрывать. Взрываем крепость. Вот это вот. Раз. Два. И три. Вот этот уровень здесь YouTube. У нас написано YouTube. Отсылочку вроде у нас решили сделать. Раз. Два. Вот так вот. Я ни в коем случае не оскорбляю YouTube, разрушив конструкцию вот эту. Я и у меня была цель уничтожить свиней. Так что, что тут сделаешь? Так, следующий у нас вот этот. Здесь у нас нужно в динамит попасть. И мы увидим тогда вот такую вот картину. Падают все свиньи, затем падают камни и яйца. Здесь у нас какой-то шайб. Шайба, видимо, очередная отсылка на что-то. Я не знаю, что такое шайб. Здесь телефонная трубка у нас изображена, я насколько понимаю. Так что, видимо, что-то с этим связано. Но я ни разу никогда не слышал о такой компании и ничего про это не знаю. Теперь вторая половина. Здесь у нас нужно попасть в динамит, и мы увидим вот такую картину. Сколько всего свиней на этом уровне, понятия не имею, потому что некоторые из них подыхают еще там наверху, как до того, как мы их видим. Так, дальше вот это. Здесь нам нужно попадать вот в этих газонокосильщиков. Так, промахнулся. О, сразу двоих. Прикольно получилось. Ну и новый рекорд, соответственно. Так, вот этот уровень. Здесь у нас тоже цепная реакция. Правда, из-за изменения физики здесь могут быть проблемы. Так оно и есть. Вот этот камень должен сюда был попасть. Попало, все равно произошло все не так, как должно было. Разработчики забили, видимо, на предыдущие уровни, когда немножко изменяли физику в игре. Так что смириться придется. Здесь надо попасть в усатого свина.
тогда будут падать яйца. Ну, правда, вот эти что-то, вот эти застревают, хотя не должны. Вот один из свиней был, кстати, в новогодней шапке. Четко посередине встало яйцо это. Встал. И последний уровень, это вот этот вот. Здесь тоже цепная реакция, с которой могут быть проблемы из-за изменения физики. Пока все идет нормально, но могут возникнуть затупы. Сейчас повезло, затупов не произошло, но они могли бы быть. Вот такой вот эпизод был, Эстер Экс. Ну, на 3 звезды уровня я не буду проходить, потому что это слишком долго и сложно. Такой вот был эпизод. Короче говоря, еще раз поздравляю всех уже с прошедшей Пасхой, воистину воскрес и так далее. Спасибо за просмотр, с вас Икос Подписосы. С меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал и вступайте в ВКонтакте. Всем пока.